Скажите наш уровень, я хочу, чтобы вот так нормально. А, я думала, мне немножко в сторону надо. Туда-туда, сюда там. Еще надо, да? Сюда, ко мне. Блин, а как мне снять? Как я тебя снимала, так и ты. Так, вот так стоит. Да. На ноги. Ну, вы видели, да? Да, да. Да, конечно, мне все равно подсказывают. Я же могу все забыть. А сейчас что, будет трос натягивается, и надо немножко подождать, да, пока он... Упереться ногами. Бежать. Ну, одну ногу вперед можно поставить, чтобы и корпус тут назад, чтобы удобно было стоять. Вот, а теперь, чтобы побежали, надо бежать, обязательно. А ты очень, бежать? Очень как бы нужно. Очень нужно бежать. Нам придется ехать из-за меня. Угу. Это совсем не такое. Ну, это больно, я так думаю. А когда я... А когда вот побежим, и вы мне скажете, что там, прыгать, не прыгать или что? Прыгать не надо, надо ждать, пока мы взлетим. Бежать до тех пор, пока мы не взлетим. А, пока ножки болтаться в воздухе не будут, понятно. Ну да, да, даже... Даже когда мы чуть оторвались, вы все равно не спешите садиться. Мы чуть-чуть наберем... Как тренировались, да? Я вас немножко... И вы как бы вниз их продернете, так, как бы, и колени к себе. Как, что вниз дергать? Ну просто вниз, как будто штаны... вот так вниз. Ну, чтобы вам сесть попу. А, ну, поняла. Угу. Уже открыли, и вот так вот вниз. Понятно. Ну, да. Игорь, не снимай. Почему? Я сейчас носом по полю. Ну, давайте мы туда уходим, там, от троса. Давайте делаем. А эти потом в воздухе можно будет отпустить? Нет, или их постоянно их держать надо? Вы нет, вы можете их отпустить потом, когда мы уже на пути. Это сейчас на старте. Я поняла. Главное будет отцепку, вот, видите, вот эта красная ручка, которая. Ее не трогать. Вот эту, вот, да, ее не надо трогать. Да. Пошла. Ну почти. Так, подождите. Секунду. Так, готовимся, Все. Стоим. О, боже мой.
Почти сели. О. Так, аккуратно, сейчас, подождите секундочку. Сейчас, я вас отцеплю. Так, хорошо.